Фракция социалистов и депутаты партии социалистов, осуществляя контроль над незаконными строительствами и строительствами в целом в муниципе Кишинева, руководствуется тремя основными главными принципами. Первое – это соблюдение застройщиками строгого законодательства. Следующее – соблюдение градостроительных норм, учет прав и интересов жителей, особенно ближайших районов. В наш адрес и лично в мой адрес стали чаще поступать угрозы личной расправы, оскорбления и всякие там, ну, нехорошие выражения. Мы хотим сказать то, что мы не отступим, мы будем продолжать контроль на основе закона и защищать интересы горожан. Лично мой адрес фирма «Проинвест», которая ведет строительные работы на улице Иловенской, 96/3, в сети стала распространять клевету и лично мне угрожать. Этот участок в 2006 году был приобретен на аукционе за 4 миллиона леев. Претензий к участку мы не имеем. Мы имеем претензии к документации и к проектной документации, которую имеет данная фирма.